Уже с 10 марта Арабские Эмираты станут доступнее для казахстанцев. Между двумя странами начнет действовать соглашение о безвизовом режиме. Это направление входит в топ-6 зарубежных курортов среди жителей Казахстана. Таким образом, желающие отдохнуть в Дубае или Абу-Даби смогут существенно сэкономить. Электронный түрде виза алу керек болатын. Раньше для поездки в Объединенные Арабские Эмираты гражданам нашей страны требовалось оформить визу, причем рассматривались документы около 10 дней. Мужчинам и женщинам по-разному. Да и самая простая виза стоила около 80 долларов. Думаю, сейчас станет намного проще, дешевле и удобнее.